Как смонтировать видео из нескольких видео. Привет, на связи Юлия Измайлова, эксперт по продвижению успешного инфобизнеса и в том числе бизнеса через YouTube. И в данном ролике мы с вами разберем, как смонтировать видео из нескольких видео. Для этого я использую программу Camtasia Studio, вот зелененький значочек с буквой S русской, да, то есть я ее открыла, нажав два раза правой, левой клавишей мыши, и у меня открылась сама программа. Я, кроме того, что в ней монтирую видео, также еще и на данный момент записываю это видео с экрана с помощью этой же программы. Итак, значит, что мы делаем? Мы берем те видео, которые из которых нам нужно смонтировать одно целое, да? Вот, например, у меня вот этот кусочек видео. Сейчас я его просто перетаскиваю. Так, а он у меня открылся. Так, вот сюда его перетаскиваю на белое поле. И беру второй кусочек видео. Также его сюда перетаскиваю. Так, далее. Далее по очереди перетаскиваю их на дорожку. Вот это будет у меня первое видео. Пойдет первый кусочек. Вот сюда прям двигаю, зажимая левую клавишу мыши, то есть левую клавишу зажимаю, перетаскиваю и также их двигаю, то чтобы они стали рядышком друг с другом. Вот этот бегунок позволяет мне увеличить дорожку, посмотреть, что здесь происходит. Итак, значит, смотрите, когда синеньким горит отрезок видео, то значит с этим отрезком я могу сейчас поработать. Но насколько я вижу, то мне сейчас здесь нужно чуть-чуть, наверное, увеличить звук. Для этого я захожу в аудио, и вот здесь появилась строка зелененькая, да, которую я могу, зажав левую клавишу мыши, вверх-вниз вот так повертеть. Да, то есть я могу чуть громче сделать звук. И после этого я прослушиваю, насколько звук громкий, есть ли там шум или нет. Привет, дорогие друзья, с вами Александр Андреянов. Этим видео мы поговорим о 10 законах. В принципе, звук достаточно хороший. Я думаю, что я не буду оттуда больше ничего убирать. Единственное, что сделаю вот здесь переход. Для этого захожу в трансмиссии и выбираю переход, ну, например, исчезание. Также зажимаю левой клавишей и просто перетаскиваю сюда. И теперь я просто посмотрю, насколько красиво у меня это получилось. Привет, дорогие друзья! Я вижу, что сильно много здесь необходимо удалить кусочек, да, то есть тогда я беру вот этот курсор, выбираю место, ставлю, откуда я хочу вырезать, и вот одно из либо красной, либо зеленой вот этой квадратик я перетаскиваю, да, зажимаю его левой клавиши. Вот у меня выделился вот этот промежуток, и я его хочу вырезать. Вот здесь нажимаю ножницы. Он мне не нужен. Но у меня вместе с этим удалился и переход. Поэтому переход мне нужно обратно вернуть. Вот. Переход, кстати, можно вот сейчас, когда мы на него нажимаем, длительность 1 секунда у него. Но я могу сделать, вот, например, 28, 24 или, например, там 20. Да? Вот я хочу 20 оставить. Так, посмотрим. Привет, дорогие друзья, с вами Александр Андреянов. Этим видео... Так, посмотрим, что тут, как звук в серединке, например, проигрывается. Закона застрять в перфекционизме и делать... Так, и посмотрим в самом конце. Пока-пока. Все. Лишнюю часть, вот эту, я тоже удаляю, вырезаю. Все, то есть окончание у меня будет следующее. Людей. Пока-пока.
Все, соответственно, все, что я хотела в данном видео сделать, я сделала. То есть вот я соединила два кусочка. Так можно соединять несколько видео в одно. И после этого я нажимаю Produce and Share. Здесь выбираю формат MP4. Здесь выбираю формат MP4 1080p. Нажимаю «Далее». Называю это видео, оно у меня там будет про перфекционизм. Вот, здесь я выбираю папку, куда будет сохраняться это видео. У меня сохраняется на рабочий стол. То есть вы можете сами выбрать, нажав кнопочку «Папка». Вот, и нажимаю «Готово». Все, идет обработка видео, когда оно будет готово у себя на рабочем столе. И просто закрою программу. Так, ждем. Вот таким образом это выглядит после обработки. У меня сразу видео включается, чтобы я могла его прослушать. Далее я нажимаю «Готово», «Закрыть программу», «Сохранить ли изменения?» «Да, сохранить». Далее идет имя файла, под которым сохраняется у меня. Я нажимаю «Сохранить». Он уже существует. «Заменить». Я нажимаю «Да». Окей. На этом все о том, как смонтировать видео из нескольких видео. Если этот ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Юлия Измайлова. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь этим видео с друзьями. А для тех, кто уже сейчас хочет узнать про эффективное продвижение через видеоконтент, вы можете скачать бесплатно мой PDF-отчет в описании к этому ролику или же по ссылке, которая появилась в видео. До встречи! С вами была Юлия Измайлова.